Около 4000 нарушений пожарной безопасности в торговых центрах региона выявили сотрудники прокуратуры по результатам проверок. Итоги на пресс-конференции озвучил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов. Проверку провели в 287 объектах массовой торговли и отдыха. Основные нарушения касаются неисправности либо полного отсутствия систем пожаротушения и оповещения. Также не все владельцы торговых центров следят за эвакуационными выходами. На ряде объектов они захламлены посторонними вещами. В суды подано 22 заявления. 16 из них требуют закрытия торговых центров до устранения правонарушений. Решение уже обращено к исполнению по торговому центру «Звезда» в Автозаводском районе. Деятельность его приостановлена. На данный момент осуществляется реализация обращения к исполнению решений по торговому центру «Рио», по торговому центру «Открытый материк» и торговому центру «Шайба». Сегодня, например, поступает исполнительный документ, сегодня же пристав возбуждает исполнительное производство, и, соответственно, как все бумаги подготовлены, сразу же выезжают и происходит процесс приостановления деятельности. То есть опечатываются все помещения, накладывается пломбы, соответственно, ограничивается доступ людей в данное помещение.